Это по игровому календарю 18. Нет, простите, 8 ноября. И сейчас я собираюсь отправиться в какой-нибудь далекий-далекий рейс. Самый дальний. Вот, без 15:06 утра. Так. Без 15:06. Из 15:06. И вот что надо. Где я нахожусь, знаете, я сейчас в Варшаве. Так. Не там гараж. Вот. В Стеттине нет одного. Не заполнено одно место, что я сейчас попытаюсь восполнить этот пробел. Так. Так. Онлайн, потому что сейчас довольно раннее время. Из 15:06 работает только онлайн-магазин. Этот вот Mercedes-Benz Actros High Roof Sleeper. О, какой он дорогой. Мне на него денег не хватает. Что ж, придется зарабатывать. Что ж, давайте зарабатывать. Ну, чтобы заработать, надо куда-нибудь съездить. Груза прямой перевозки из Варшавы дальше всего по возрастанию расстояния здесь, да, самый дальний рейс это 20 тонн апельсинов в Женеву, 17 часов. Но это вы что, это далекий рейс по-вашему? 17 часов при 11-часовом рабочем дне. Нет, я за 2 дня доеду. А мне хочется хардкора. Это можно подшаманить. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом подшаманили. Посмотрим. Так, из Польши. Те же самые апельсины в Женеву. Чего-то я не понимаю, здесь не как-то недалеко. Ну, в Швейцарию, на границе Швейцарии и Франции, никакой красочности там не будет. Ну ладно, что ж поделать. Этот рейс, так этот. Видимо, они еще пока не наспанились, не наспаунились новые рейсы. Поэтому придется ехать в Женеву. Дальше-то все равно ничего нет. И куда-нибудь в Англию хотелось бы, например. Вообще достаточно доехать в Амстердам, чтобы попасть. Или в Роттердам, в любой из них, любой город из этих двух, чтобы попасть в вереницу международных рейсов. На самом деле я везде был. Хочется куда-нибудь, где я не был. Вот Магдебург. Везде был. О, в Линце не был. Правда? Да, не был. Поехали. Конечно, рейс не очень далекий, всего меньше одного рабочего дня, зато новый город. А там уже и тачку куплю, и куда-нибудь подальше сгоняю. Поехали в Линц. У нас там медные водосточные системы. 8 тонн. Заказ срочный, так что надо хорошо постараться, там быстренько мы допилить это все. Поехали. Так, ключик.
Трамарий славится очень узкими въездами. Прямо капец узкими. Настолько узкими, что я каждый раз испытываю сложности с въездом в эти узкие. А уж если груз затащить нами, так это вообще одище просто. Все равно, нет? Прошел. В зеркале вижу, что прошел нормально. Прямые привязки. Ну вот, медная водосточная система. Тут можно, кстати... Ну ладно, пусть будет желтенький, веселенький. Заказ срочный, он ожидается... Вот... В 14:32, то есть час 6, а он в час там... вот... А ехать... Я бы сказал, если 8 часов ехать, то... Ну, времени впритык. Все, счетчик пошел. 6 утра. За 15 минут добрался до Вова. До груза и включаю счетчик времени. Как у них тесно, это просто ужас какой-то. Все, зацепились. Погнали. Зацепиться в трамари немного странно звучит. Зацепиться обо что? Светофор загорелся, отлично, пропускаем тут некоторых и погнали потихоньку, осторожно, главное не зацепить сам груз. По-моему, неплохо. Так, это город, ограничение 50. Я фару не включил, что ли? Странно, что меня не оштрафовали. Спасибо.
приказан уступать дорогу, что я и делаю. Предписан, скажем так. Здесь, кстати, тоже. Ну, лучше опоздать, чем в ДТП попасть. Так, температура видяхи 76 градусов, максимальная 79. Сейчас май 2018. Перед этим мне плестись совершенно не прельщает, на самом деле. Он будет довольно долго тащиться с такой скоростью в горочку. Я не знаю, даже почему так медленно. Отлично. Уже час в пути. Ну, ладно, не названный город. Пора принимать кардинальные меры к торможению. Тут ремонтная работа. Светофор. Успеем. Успели.
Ретардера нет. Форточка открыта, что поделать? Может, вот так короче будет? О, нет, там будет явно не короче. Вообще странно, конечно. Через это вот... О, не-не-не, там длиннее. На, ладно. Ну, ладно. Наконец, дорогу освободил.
кругу этого гребаного кругляша должен ехать. Терпеть не могу этот кругляш. Да и вообще все их еще и не видны на черте. Поехали. Нужно 8 глаз, чтобы это нормально, удовлетворительно пройти. Со всех сторон въехать могут. Дальше в Линц, напрямик. 4 часа осталось ехать. Чего? Фу. Так, посмотрим на карту. Осталось ехать 3,5 часа. И 4, через 4 часа ожидается груз. Всего 0,5 часа в запасе. Да и меньше минут.
8 что-то здесь не работает. Не сразу сработало. Серпантин. Прибыли, что ли? Thank you.
Интересно, как рука может куда-то затечь? Она что, жидкая? Вообще-то жидкая, конечно. По устройству рука напоминает колбасу. Такая же хрень в оболочке. Вот я на тормозах 70. Однако. Предлагает на 80 чесать, ага. Сейчас. О, правильно, кому надо обгонять. Кажется. Два с половиной часа до отдыха. Ого, через 10 минут у меня просрочка начнется. Что не круто. Поэтому я, пожалуй, немножечко разгонюсь спокойненько так. Хотя бы она, понятно, будет, но она будет меньше. И тут нарушаю еще бабалка. Надо выбрать фигуры. Проще не успел. Но. Совсем чуть-чуть. Кстати, пешеходы куда-то пропали. Видимо, они пугали неокрепших игроков.
опоздал. Олег, почти мог бы успеть, если бы чуть пореже шел. Ну что ж, буду знать. И на больших дистанциях это еще важнее знать такое. Потому что там накапливается вот это отставание. Парковаться я не буду. Может, зачтется, что не сильно опоздал. Ага, супер. Погрешность все-таки есть небольшая. Хорошо. Ну что тут? Тут 5 минут, за 5 минут мне надо сюда зайти. Сейчас, секунду, я лучше вот что сделаю. Мне нужно отправиться здесь на отдых, но прежде чем я это сделаю, мне нужно затариться. Так, хорошо. Онлайн. Вот он, родимый. Так, изменить конфигурацию. Блин, сейчас, секунду. Секунду. Сколько у меня их всего? 38. 39. Да, 39. Так. Онлайн. Вот он, 39-й будет. Так, ну и первое, что я делаю, это я не трогаю здесь. Пусть он будет Hire of Sleeper, вот такой вот. Такая вот здоровенная штуковина. Цвет офигенный, конечно. Не очень высокий, но обычный Эктерс, но просто с более высокой крыши. Шасси не трогаю. Довольно неплохой. Двигун не трогаю, вообще ничего не трогаю, мне главное, что потрогать-то. Это кабина классная, такая старомодненькая. Можно, кстати, раз и сделать кабину более эксклюзивную, еще больше похожую на пазик. Она, конечно, страшная, но... Majestic, это бывшая модель, вот это вот, это был раньше Majestic, его потом переименовали в Mercedes. Вот так закупили этот проект. Ладно, цвет не трогаю. Здесь вот ставлю. Так, Lightbox, наверное. 39 желтый, он светиться должен в темноте. Вот, причем здесь не просто Lightbox, здесь еще и телепас устройство. Так, руль есть эксклюзивный? Угу. Эксклюзивный же ужас. Так, что еще? Ну, можно защиту бампера поставить. Вот так вот, да? О, а тут что можно натыкать? Что такое? А, понятно, это колесо просвечивает. Ну ладно, я думаю, достаточно. Такой комплектации 39-й номер. Вполне себе подойдет, недорого, 173, там еще немножко останется. Так, принять, но чтобы еще что-то закупить, нужен гараж, которого нет. Так, это я отправляю вот сюда. Угу. Стоит там. Так, у меня 115, нужен гараж еще один, потому что, смотрите, все гаражи заняты. Нет, не все. А, здесь водитель не хватает, но по местам все заняты. Значит, так, теперь я вот этого чувака назначу в этот гараж на новую тачку. Что за фигня? Так, кадровое агентство,
нанять водителя. Попробуем самого дешевого взять кого-нибудь. Во. Без опыта работы, так сказать. Ага. Зарплата меньше всего 361 евро за рейс. 434. Но на самом деле у них опасные грузы. Никого нет. Дальняя дистанция, вот хорошо. Значок поменялся. Вот этого чувака можно. Да. Нанимаем сюда. Вот на эту тачку, на которую только что ехал. Спасибо. Так, мне нужно гараж купить, но прежде чем я это сделаю, мне нужно отъехать куда-нибудь, подрыхнуть. В гаражах отдыхать как-то вообще не получается, здесь я признаю. Гостиницу. Так, вот она. Поехали. Сравнения нет, придется вспоминать. Ну прямо по кругляшу. Ага, ну понятно, не сложно. Встала. Проезжай. Ты тоже.
Вот, на этом я, конечно, поеду куда-нибудь офигенно далеко. Кстати, если посмотреть грузы, то тут можно, конечно, что-нибудь найти подальше, я надеюсь, уже. Естественно, куда? В Милан? Да, далеко, но опять на всю Европу. Ну, как-то, знаете, в Милане у меня гараж. В Цюрихе был, в Штутгарт ездил. В Амстердам, вот международные рейсы. О, вот здесь можно проехать через Магдебург. Ну, а в сам Магдебург, интересно, есть? В Киль, в Познань. Ну, в общем, что-то ничего интересного так и нету. Ну, я все города уже раскрыл, да? Кроме Магдебурга. И сколько процентов по карте я исследовал? 74% всего. Кстати, вон там был заказ в Познань. Можно было вот по этой дороге проехать. Ну, вообще тут довольно много чего не исследовано. В Англии не все исследовано. Вот здесь вот в Эбердин куда-нибудь свалить бы. Здесь бы покататься. Но Англия, она перестраивает мозги очень сильно. Здесь больше в Европе, на материке. Вот тут вот, например, можно все изучить. Довольно много дорог не исследовано. Что ж, ладно. Надо запарковаться, отдохнуть.